Президент Южноуральского государственного университета Александр Шестаков принял участие в работе Генерального совета Международной конфедерации метрологов и измерителей ИМЕКа в городе Берлин. Отметим, что Александр Шестаков является единственным представителем России в данной организации. Меня пригласили работать в руководстве ИМЕКа, Международной конфедерации измерителей. Ну, я не отказался, вот сейчас буду там работать в управляющем органе. Это технический совет, это небольшая группа людей, специалистов, профессоров, которые управляют вот этой организацией. Моя деятельность, насколько я ее понимаю сейчас, будет заключаться в содействии организации научных симпозиумов, конгрессов. Значит, конгресс будет в следующем, в 2024 году в Гамбурге, значит, ИМЕКа, где будут собираться все специалисты мира, которые работают в их различных областях измерений. По развитию технических комитетов, каким образом, что нужно, значит, делать с точки зрения вот, руководства организации для того, чтобы технические комитеты ИМЕКа работали более эффективно. Целью Международной конфедерации по измерительной технике и приборостроению ИМЕКа является содействие международному сотрудничеству и обмену научной и технической информацией в области измерительной техники. Форма ее работы – проведение международных конгрессов и семинаров по актуальным проблемам развития измерительной и диагностической техники. Международная конфедерация была создана в 1958 году по инициативе научно-технических обществ по приборостроению и измерительной технике СССР, Венгрии и Польши. В настоящее время конфедерация объединяет 36 организаций-членов из крупнейших промышленно развитых и развивающихся стран пяти континентов.